Ну, матч был очень напряженный с первых минут. Вроде первыми гол забили, игра уже была в наших руках, но в какой-то момент там соперник подловил на сменках и забил гол. Во втором периоде тренер дал установку просто играть немножечко поактивнее, и как бы наше звено легионеров сделало игру. В нужный момент проявили свои лучшие показатели. В третьем периоде ты получил игровое время, а вообще думал ли об этом, когда сидел на скамейке, что вот при счете 4-1 дадут тебе сейчас шанс? Я думал, конечно, об этом, очень ждал, когда тренер даст мне это игровое время. Ну, переживал немного, потом, когда уже назвали состав, партнеры по команде поддержали, и все получилось. Первый матч в КХЛ, сразу первая заброшенная шайба. Что творилось на душе? Там, наверное, неимоверные какие-то эмоции испытывал. Нельзя писать словами, честно. Это просто эмоции переполняли. Кому гол хотел посвятить? Бабушке своей. Ну, прабабушке, которая, ну, уже не стала.